Как познакомились с домером? Окей. Без проблем. Навещики, скрите, история. Вот. Короче, дело было так. Я какое-то время был подписан на его страничку ВКонтакте. Вот. В один день он меня просто, ну не знаю, как нашел и добавил, типа. И я такой, о, нифига себе, типа, меня домер в друзья добавил. Вот, в итоге, что-то пару дней я такой, ну, типа, ну, добавил и забыл, короче, про это, забил. И вот, а потом я такой думаю, ну, раз уж он у меня в друзьях ВКонтакте есть, может, ему, типа, заколабиться предложить? Вот, и, короче, предложил ему заколабиться. Он такой, окей, без проблем, типа. К нему мы записали один видос, ко мне другой. Вот, ко мне мы записали ту игру кальмара, короче. Вот, помните, типа, встретил домер в игре кальмара. Вот, короче. Записали видос. И что-то так разболтались. Вот, ну как бы, ну и все. И разошлись. У меня видос, у него видос, и все. И как бы, ну, разошлись. Потом получилось так, то, что домер позвал меня в Москву. Вот, ну, записать вот тот видос. Ну, шарящие люди понимают, о чем я. Вот. Ну, я такой, ну, окей, без проблем. Типа, еще бы я отказался, да? Вот. Пригоняю в Москву, записываем этот видос, я уезжаю домой. Вот. Ну, и в Москве мы еще, как бы, ну, офигенно пообщались. Погуляли мы, потусовались, и, в принципе, вот. Еще так ближе познакомились, считай. Вот. Потом я, типа, у него уже этот, я у него уже и сервер отжал для того, чтобы видос, короче, записать со 100 игроками, вот, такие дела. Ну, короче, вот так вот мы познакомились с домером, и вот, получается, наверное, вот так вот подружились, типа, фигня. Ну, домер вообще прикольный чел, типа, реально, ему респект.